Всех приветствую на канале Animal Life. Девушка не смогла пройти мимо этого грустного больного пса. Как-то раз молодая девушка, которую звали Киара Алама, сидела в кафе в одном из городов Пуэрто-Рико. Она пила кофе и думала о своем. Внезапно девушка обратила внимание, что в углу заведения, перед самым выходом, сидит очень худой и невероятно грустный белый пес. Судя по всему, он опасался людей и при этом искал у них помощи и поддержки. Также было видно, что у животного что-то болит. Доброе сердце Киары не выдержало, и девушка решила помочь животному. Собаку назвали Ута. У него были проблемы с лапами, Ута хромал и скулил. Алама забрала его домой, но на следующий день ему не стало лучше, так что девушка повела животное к ветеринару. Там пса обследовали и сделали вывод, нужна операция, чтобы собака смогла самостоятельно ходить без всяких болей в лапах. Несмотря на то, что операция стоила определенных денег, Киара согласилась, ведь она уже успела привязаться к несчастному Ута. Сперва она думала подыскать для него новых хозяев, однако впоследствии решила оставить у себя, настолько приглянулся ей бедный пес. Следует отметить, что дома у Алама к тому времени уже проживали целых 3 собаки. Теперь же там настоящее собачье королевство. Год спустя можно констатировать, что у Ута все хорошо. Несмотря на то, что он живет в любящей его семье, психологическая травма все же осталась, собака несколько труслива. Ее нервируют громкие звуки и незнакомые люди. Однако в своем кругу Ута очень счастлив, а с собаками-соседями он играет круглые сутки. Киара очень рада, что однажды ей пришла в голову мысль помочь Ута. Она обожает своего 4-го по счету пса и искренне счастлива, что он у нее есть. Это так мило. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.